Между тем, жители Жилуойского района Атырауской области возвращаются в свои дома. На сегодня в регионе ситуация с паводками стабилизировалась. На месте ведутся восстановительные и дезинфекционные работы. Подсчитывается нанесенный ущерб. Город Кульсара Жилуойского района постепенно восстанавливается после паводка. На месте проводится дезинфекция жилых домов и социальных объектов. На сегодня откачано 3 миллиона кубометров воды. Ежедневно в противопаводковых работах участвует свыше 200 человек с привлечением около 100 единиц техники. Дезинфекция проведена в 642 дворах жилых домов, а также септиках. Ведутся работы по обеззараживанию и в подвалах многоквартирных домов. Взяты пробы питьевой воды и ведется вирусологическое исследование талых вод. Возвращаются в свои дома жители района, восстанавливают улицы, ведется очистка придворовых территорий. Кроме того, в управлении образования области отметили, что для учеников школ Кульсара летний отдых будет организован в городе Балхаш. В городе Кульсары свыше 3000 учеников. Для детей будет организован летний отдых в Балхаше, а также мы их направим в лечебный пансионат города Железноводска России, который называется «Казахстан геолога». Отдыхать ученики также будут в двух детских лагерях нашей области. Отмечу, что в регионе также производится выплата единовременной социальной помощи для пострадавших. На сегодня уже около 3400 человек получили по 369 тысяч тенге. Специально созданный штаб ежедневно оказывает бесплатную консультацию населению. Эльмира Ержанова, Жолдыз Кайраткызы, Жибек Жолы, Атырауская область.